Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство YogaTab SmartTab. И сейчас я покажу вам, как обойти FRP-блокировку. Итак, для начала мы с вами выбираем язык. Выбираем так, чтобы нам было удобно все читать и понимать. И выбираем регион, абсолютно неважно какой. Нажимаем «Начать». Сейчас нам нужно подключиться к сети Wi-Fi, это самое важное, что нам нужно сделать. Выбираем сеть и вводим пароль, если требуется. Нажимаем «Подключить». Подключимся к другой сети. Обязательно нужно, чтобы был интернет. Теперь мы возвращаемся. И на вот этой страничке с Wi-Fi нам нужно нажать «Посмотреть все». Далее нажать «Добавить сеть». И теперь нажимаем на микрофон. У нас вылезает такая штука, что мы что-то должны говорить. Если у вас тоже так вылезает, то что мы делаем? Мы перезагружаем наше устройство. Теперь нажимаем «Принять», и нам нужно опять открыть эту страничку с Wi-Fi. Возвращаемся обратно и нажимаем «Посмотреть все». Далее нажимаем «Добавить сеть». Теперь нажимаем на микрофон и нажимаем «Отклонить». И нажимаем на микрофон еще раз, нажимаем «Запретить и больше не спрашивать». Теперь он у нас не горит. Нажимаем опять на него и нажимаем вот здесь вот «Да». Далее нажимаем «Разрешение». Здесь нажимаем на значок поиска и вводим настройки. Проходим вниз, открываем настройки. Здесь мы нажимаем открыть. Здесь нажимаем нет, спасибо. Теперь нам нужно выбрать приложение и уведомления. После того, как мы выбрали приложение и уведомление, нам нужно показать все приложения. И здесь нам нужно открыть сервисы Google Play. Далее, когда мы открыли сервисы Google Play, мы нажимаем «Отключить». Нажимаем «Отключить приложение» и нажимаем «Остановить». Нажимаем «Ок». После этого нам нужно перезагрузить наше устройство. Нажимаем «Перезапустить». И теперь нам нужно опять прийти к сети, там, где мы подключаемся к сети Wi-Fi. И попробовать нажать на кнопочку «Настроить офлайн». Если у вас вылезает такое меню, значит, все сделано правильно. И теперь мы опять нажимаем «Посмотреть все» и нажимаем «Добавить сеть». Далее нажимаем опять на микрофон и нажимаем «Да». После чего мы опять нажимаем «Разрешение». Опять ищем «Настройки». И здесь в настройках мы нажимаем «Открыть настройки». Здесь в настройках мы выбираем «Приложение уведомления». Далее нажимаем «Показать все приложения». Выбираем сервисы Google Play. И
далее нажимаем «Включить». И теперь возвращаемся. Мы вернулись сюда, нажимаем «Отмена» и нажимаем «Настроить офлайн». И нажимаем «Далее». Теперь здесь мы нажимаем «Еще», «Принять». Здесь нажимаем «Пропустить», все равно «Пропустить». Здесь нажимаем «Пропустить», тут нажимаем «Пропустить». В общем, везде нажимаем «Пропустить». Здесь выбираем, ну ладно, здесь в принципе это не важно, но можете выбрать способ навигации. Нажимаем «Готово». И таким образом мы обошли блокировку. И для полного восстановления на всех настроек нужно только перейти в приложение «Настройки», войти в раздел «Система» и выбрать «Спрос настроек» и нажать «Удалить все данные». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.